Здравствуйте. В студии Екатерина Керн с информацией Гидрометцентра России о погоде на 29 ноября. Во вторник днем на большей части территории Алтайского края будет пасмурно и пройдет небольшой снег. В Заринске и Бийске ожидается 3 градуса мороза. Чуть теплее в Цельменке и Камне на Оби, там минус 2. Минус 4 в Кулунде, в Рубцовске минус 7, а температура 5 градусов ниже нуля синоптики обещают в Алейске и Славгороде. Холоднее всего будет в Белокурихе, 8 градусов со знаком минус. В Барнауле днем 29 ноября температура воздуха опустится до минус 3 градусов. В городе будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. И это вся информация о погоде. Я, Екатерина Керн, на этом прощаюсь и желаю вам доброго утра и отличного настроения на весь день. До свидания!